Внешне это выражено большим отеком конечности. Малыш уже находится на лечении в Москве. Теперь Сереже, чтобы не дать прогрессировать отеку, нужны специальные массажи, бандажирование и диагностика в клинике Фельде рядом с Фрайбургом. Это в Германии. Врачи обещают, что это поможет сделать ножки одинаковыми. Клиника прислала счет на лечение на сумму 15 844 евро. Это без учета перелета и обследований, которые, возможно, придется сделать за пределами клиники. Родители малыша будут рады любой помощи. Номер карты Сбербанка на имя мамы Сережи Светланы Бравко-Стригиной вы видите на экране. Также все реквизиты есть на нашем сайте fkt.com.